степ аэробика и все хорошо. Мастер-классы по танцам. Так. Я как истинная хозяйка все делаю на глаз. Поэтому о пропорциях можно меня не спрашивать. Еще один ингредиент. Молоко с молоком смешали, мороженое получилось, правда? Конечно, я тоже так думаю. Что? Сливки, сливки, конечно. Подойдут кондитерские, также подходят 33%. Вот эти сливки, которые 10-11%, это все ерунда, ничего не получится. Ну, тоже на глаз так примерно, пол-литра. Все тщательно перемешиваем. Ох! На самом деле, для такого мороженого даже миксер не требуется. И вот здесь вот у меня секретный ингредиент. Стиральный порошок специально для вот быстрого приготовления мороженого. Дети будут так и делать? Ну ладно, хорошо, так и выйдет, а крахмал. Что, опять неправда, не верите, да? Нет, ну а что это, скажите сами. Сахарная пудра, все правильно. Кто любит послаще? Раз. И два. Ну и с половиночкой, я думаю. У нас еще будут сладкие всякие сиропы, добавки, поэтому каждый себе сделает по вкусу. Вообще, вы мороженое с какими вкусами любите? Я вот люблю морковное. Кто тоже любит морковное, ручки поднимите. О, Вероничка любит морковное, я для нее морковное делаю. И Платоша тоже морковное, да? Или пельменное. Я не знаю, мои ребята из арт-группы вообще говорят, что лучше мороженое оно с мясом. Вот тогда хорошее мороженое. Так, ладно. Мешаем, мешаем, мешаем. Ничего не получается. Ничего не получается без одного элемента. Вы уже, наверное, поняли по опытам. Что здесь? Жидкий азот, правильно. Температура вот этого вещества минус 196 градусов. С его помощью делают криогенные сауны для омоложения, удаляют бородавки, перевозят различные продукты, овощи, рыбу, филе замораживают при помощи жидкого азота. Азот находится в составе воздуха, которым мы дышим, поэтому он абсолютно безвреден. Попадая в теплую среду, он мгновенно сублимируется или испаряется по-русски. Поэтому он выполняет функцию заморозки моментальной и, в общем, не оказывает никакого вреда для здоровья. Поехали! Поехали!